Сегодня пришла вот еще одна посылочка. И у нас здесь внутри пауэрбанк большой, черный. Так вот он упакован. Упаковочку. Вот такой вот у нас пауэрбанк. Что-то тут вылилось. А вылилась у нас тут кнопочка. Кнопка у нас вот на этой крышке, на передней. То есть это индикатор, скорее всего, да, индикатор, батарея и кнопка питания. Так, у меня вот есть тут такой вот старый аккумулятор от видеокамеры. А там внутри аккумулятор надо сюда, конечно, новый поставить, будет лучше намного. Можно из этого воткнуть. Так. У нас их 6 штук сюда складывается. Так, минус и плюс. Аккумуляторы у нас подключены параллельно. Будет мощный пауэрбанк. То есть вот он, пауэрбанк всего на один элемент. Вот такой вот у нас на 5 элементов пауэрбанк. Этот уже на 6 элементов. Ссылки на пауэрбанки будут в описании видео. Так вот. Такой вот пауэрбанк. Так вот, кнопка включения у нас. Как видим, все загорелось. И у нас тут два гнезда. То есть можно сразу одновременно два телефона заряжать. Один вход, выход на 1 ампер, другой на 2 ампера. Это вот подключение. Сюда подключается зарядное устройство. И еще тут фонарик у нас есть. То есть вот кнопочка, на него нажимаем. Раз, два. Фонарик загорелся. Вот так вот. Отключается. Давайте проверим, будет ли заряжаться у нас телефон. Так. Давайте посмотрим, будет ли заряжаться. И как видим, телефон начал заряжаться. Все. Все заряется. Так вот. И уже тут крышечку можно будет закрыть. И все, такой двухслойный банк. Но крышечку я закрывать не буду, потому что еще надо потестировать в дальнейшем ее, потом, чтобы, потому что сложно открывать. Потестирую, потом закрою, и будет вот такой вот пауэрбанк большой.